Всем привет, друзья! Вы на канале GameTuneRu, меня зовут Евгений, мы играем в GTA 5. И сейчас мы переключимся за Майкла, за Франклина уже ничего не происходит. Так, давайте за Майкла, наверное, там какая-то миссия побочная или не побочная. Скорее всего, побочная. В общем, она с матрасу. Выбираем Майкла. Вот так вот происходит смена персонажей, если кто не видел. Ага, и чем это он занимается? Херово он себя чувствует. Нам нужна тачка. Почему-то у Франклина его машина всегда где-нибудь рядом припаркована. А у Майкла нет. Так, ну ладно, неважно, берем какую-нибудь. Такую, что ли? Ой! Козел, какой резкий-то! Даже не ожидал, что он так рванет. Так, давайте еще что-нибудь найдем тогда. О! О! Вот это да! Здесь полиции нет рядом. Поехали. Вот эта тема. Так. Теперь отметим, куда нам ехать. Мадраса. Сейчас посмотрим на его домик как раз. Я так сосредоточен на вождении конкретно этой машины, что это вообще просто пипец. Мне так нравится. Воу-воу. Резкая тачка. Так, в общем, интересно, что он нам предложит, этот матрас, матраса, короче, матрас. Если вы не помните, друзья, то это тот мужик, которому мы задолжали 2 миллиона. Потом Майклу пришлось ограбить ювелирный. Ну, как бы это его была затея. Я такой не видел. Челленджер. Дождь Челленджер. Прикольно. Так вот. Ну и мы отдали деньги этому мадраса. Очень он крут, походу. И вот у него какое-то дело к нам есть. Сейчас узнаем, что же он от нас хочет. Так, ага, вот здесь. Это здесь вот начинается его владение, да? Я так понимаю. Огонь. Сюда, что ли? В общем, так. Выходим. Просто отметки я не вижу. Опа, и Тревор прилетел. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Свободное падение называется миссия. Yes. Hi. Hello. We're looking for Mr. Он ее знает или нет? Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit, sit, sit.
So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. Huh? By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Javier. This afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right! Доберитесь до обсерватории. Что-нибудь универсальное он поручил взять Тревору. Ну а чё? Просто четырехдверный седан какой-нибудь, нормально. Если больше трех человек будет. А чё за машина там стоит? Ну-ка давайте-ка глянем. Ёх ты, нифига. Прям Бентли какая-то. Можно её стащить? Мадрасы нас за это не прибьет. Открытая. Поехали. Неплохо. Больше мне нравится, чем этот. Та, в общем, которая у нас сейчас была. Ford GT. Буду я ее так называть. Understood what? Хорош трепаться, я ехать так не могу. Мне хочется всегда прочитать. Пропустил все нафиг. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Закладушки. Двигаемся. Да что ж такое-то, а? Все норовят нас поцарапать или... Уёпта! Олень сбил. Блин, ну ты олень, ну ты чё, куда лезешь-то, а? Олень сбил, чёрт возьми. Офигеть. Не ожидал уж такого точно я. Олень. Ладно, нам надо в обсерваторию. Машину не жалко. Но вообще никакой машину не жалко. Но врезаться как бы тоже так некрасиво, можно сказать. Ой, заносит, как на ней. Все. Опа. Туннель. Отлично, но нам не в него. Классная музыка. Ну, я такой люблю, кстати. Это, наверное, 70-х что-то.
Вот. Приехали мы в обсерваторию. Садитесь в фургон. Где фургон? А, вон фургон. Тогда давайте сдадим назад. All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down, and I'll be ready. Так. Что здесь есть у нас интересного? Уу. Прикольно. А, надо сесть в него. Давайте. Вот это мне нравится вообще. Тема. Красиво так выглядит. See, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Стреляйте по двигателю самолета. Где самолет? There it is. Out past downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. О-о-о, вижу. Надо нам в красный ту... Ой, как хорошо приближается. И все. Отличный ствол. Ага, еще надо попадать. Nope. Есть. Так, еще разочек. Где? Кто? Ага. Как непросто. У меня очень большие проблемы вот с этим. Черт, куда-то он не туда падает. Прям на нас. Да ладно, типа так рассчитано, что ли? Следуйте за самолетом и заберите груз. Окей. Он не разбится сейчас. Без понятия. Что здесь за дороги? Здесь по-любому вот вперед надо. Еху. Какой-то маршрут здесь, видимо, есть. О, да. Черт, промазали здесь. Вот самолет падает. Ага, проедем под мостом, наверное. Прикольно. О! Черт. А, как-то он от нас отрывается, хотя он же скоро упадет, я думаю. Сюда. Там что-то мужик, по-моему, на мобильник снимал это дело. Давайте свернем за ним. Да ладно, бред, давай падай. То взлетает, то падает. Ой, лол. Может быть такого. Давай, падай. Прыгиваем. Это дело все. Уже почти всю карту GTA 5 пролетел. Вот эта машина, надо на ней как-нибудь покататься, попробовать. Прикольно. You know what? I'm good. Перевод я пас. Даже не знаю, что переведет не так. Что? Падать будем, нет? О, есть. Бейте Хавьера. Давайте выберем ствол. Ну вот, автомат нормально. Ух ты, какой борзый! Мне
они что-то поговорить там, проблемы решить. Какой... Так, ладно, где файла? Какого черта у пилота этот чемодан вообще лежит? Fine. I got the files. I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this errand. No, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Угу, нас перекидывают за другого персонажа. Так, что там, Майкл, да? Что он хотел? Покиньте зону. На этой машине? Да нафиг она мне нужна. Где Ford GT, на котором... Ой, на чем я вообще приехал? На Бентли? Да, друзья, я называю машины как те марки, на которые они похожи. Так мне как-то удобней. А, черт, мы только на этом фургоне. Ну ладно. Поехали. Уничтожьте фургон. Олени. Давайте уничтожим фургон. Фак, а теперь без машины будем, да? Ну вообще. Так, что, просто облить, что ли? Ну, я хочу на него прям налить бензина. Нельзя? Так. А как заполнить эту канистру, интересно? А вот сгорелась. Машина взорвется, нет? Должна же. Иначе я бензин зря вылил. Так, она горит. Покрышки сдулись. О, да. Хорошо. Нужна машина. Или хотя бы велик, чтобы здесь проехать. Так, давайте выйдем на дорогу. Сейчас кого-нибудь найдем. Пусто. Ну что тогда? Побежали вверх, там есть стоянка. What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! Ah, I wouldn't do. О, мужик! Да черт, ну... Отстой. Хорошо, бежим дальше. Уже близко, в принципе. Майкл у нас выносливый, мы его натренировали очень хорошо. Ну, то есть, выносливость у Майкла на максимуме. Тут можно не волноваться. О, о, вот это да! Хорошая машина. Так, можно выбирать. Но это какая-то слишком низкая. Ну вот, этот Ford GT. Поехали на этой. А это что у нас приехало? Вообще мимо проехал, ну ладно. Ну тоже машинка рвет. Somebody told me
Так. Нам сюда. А, куда там, если по карте посмотреть? Ага, то есть через Чигиря надо ехать постоянно. Как-то она слабо держит дорогу. Хочу вот эту попробовать. Стой, не волнуйся так. Все будет хорошо. Кабриолетик. Замечательно, нужно и позагорать, пока едем. Ой, как. Тихо. Спокойно. Да фар, что ли, включить, а то если я разобьюсь, меня могут увидеть. О, да, я прям удовольствие получаю от вождения такой машиной. Очень быстрая. А вот такие мы грузовички встречали. То есть, когда в прошлой серии забирали, искали нычку с травой. На таком-то мы и ехали. Ну, мы уже, конечно, проехали. Так, куда нам здесь? Where is he? Так, это Тревор? Да. The fuck has happened? Why do you have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal did you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh no! Oh shit! What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while. Well, you know, we discuss things with Martin. Черт, он нас искать будет. Why don't you pop in the back? All right now, Patricia. She already called shotgun. Now I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. Little getaway, if you will, a cabin in the woods. You know what I'm saying. Wine and... Он сам едет. Everybody fell on top of this guy and they all had their hands down his pants. Так, ага, то есть мы не поедем все-таки. Значит, сейчас мы переключаемся на Франклина, раз Майкл с Тревором заняты. И чем же он у нас занимается? Достижение разблокировано. Плата за труды. Ага, с Чопом играет. О, и эта тачка осталась даже. Так, ну что тогда? Чем займемся-то? А где Чоп? Run, 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 run.
Стойте, его надо вообще как бы позвать там или еще что? Давайте попробуем. Алло. Ой, ой. Не то. Тихо, не волнуйся так. Ай, хз, как его звать? Поехали. Что у нас тут имеется? Ну да, вот еще, кстати, задание для Тревора побочное появилось. Вот еще. Ну это было. Эти китайцы. Ха, были они основной раньше. Задачи теперь стали побочные. Прикольно. Так вот. Да, нам надо к Дэвину. Значит, поехали к нему. Знаете, друзья, иногда даже не хочется торопиться, а едешь так медленно, и это приятно так. Но бывает, машина сама разгоняется. И приходится давить на полную катушку. О! Нормально разъехались. Хорошая реакция, братан. Или там была девушка. Здесь вот нам надо поворачивать. Немножечко не поправ... Ух ты как. Сорвало зад. Ну давай, давай, тяни, моя родная. Хорошо. Ой, ой, что-то я отвлекся совсем. Какую бронированную машину. И вообще нет ничего. Вроде врезались-то так жестко. Опять, у нее прям болезнь какая-то у этой машины. Все время срывает задний мост. Ладушки, мы подъехали к Дэвину. Будем мы этим заниматься уже в следующей серии, друзья. Спасибо вам за то, что смотрели. Сейчас давайте встанем где-нибудь. Я и сохранюсь заодно. Так, вот здесь вот, пожалуй. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Лайкайте видео, комментируйте. И всем пока!